Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня будем готовить запеченную свиную рульку по-баварски. Это вкуснейшее блюдо, которое понравится всем, и родным, и друзьям, имеет аппетитный вид и отменный вкус. Смотрите видео и готовьте вместе со мной, и радуйте своих родных не только вкусными блюдами, но и красивой подачей. Чтобы приготовить запеченную свиную рульку по-баварски, предварительно ее нужно отварить. Для этого блюда нам понадобятся следующие продукты. Свиная рулька 1 штука, весом 1 кг 900 граммов. 1 большая луковица, перец горошком 10 штук, 4 лавровых листа, 1 столовая ложка соли и 1,5 литра воды. Кастрюлю с водой ставим на огонь и доводим до кипения. В кипящую воду бросаем луковицу, бросаем столовую ложку соли, но только не с горой, в щепь наполнена она. И также в эту воду бросаем черный перец горошком и кладем нашу рульку. Кастрюля должна быть большой. Сейчас я луковицу подниму, так как у меня рулька просто огромнейшая. Рульку я буду переворачивать. Теперь кладем луковицу. Водичка закипела вместе с рулькой. Прикручиваем огонь, чтобы рулька наша кипела на медленном огне. Через 1,5 часа нам нужно перевернуть рульку на другую сторону. Вот так вот. И рулька продолжает дальше кипеть. Через час к рульке добавляем лавровый лист, бульон. И еще она должна у нас покипеть полчаса. Рульку я отваривала 3 часа. Теперь она должна остыть. И потом будем подготавливать ее к запеканию. Теперь начинаем готовить соус для рульки. Для первого соуса нам понадобится 1 столовая ложка соевого соуса, 1 столовая ложка горчицы, 4 зубка чеснока. Значит, для начала я беру тарелочку, выливаю соевый соус, добавляю сюда горчицу. Рулька у меня отваренная. Весь процесс вам показала, как подготовить рульку. Теперь берем чесночницу и выдавливаем чеснок. Количество чеснока вы берете по своему вкусу. Кто-то любит остро, кто-то не очень. Также и горчицу вы берете по своему вкусу. Теперь хорошо перемешиваем соус. Первый соус готов. Берем нашу рульку и начинаем ее нарезать. Сначала в одну сторону нарезаем, именно вот по коже режем. Потом в обратную сторону тоже наискось режем. Итак, мы рульку нарезаем со всех сторон. У нас образуются такие квадратики по кожице. Это делается для того, чтобы мы хорошо промариновали ее соусом, который приготовили. Теперь смотрите, я беру соус и руками хорошо втираю его. Со всех сторон. Сначала мы одну сторону сделаем, потом я переверну рульку и на другой стороне также.
Этим соусом мы натираем его трульку с боков. Поверьте, это будет очень аппетитно, вкусно и, конечно же, сытно. И рулька будет очень сочной. Рульку я натерла соусом со всех сторон. Теперь беру фольгу. Два слоя сворачиваем ее. Берем нашу рульку в соусе. Выкладываем. Остатки соуса я снова втираю в рульку. Это же сок наш весь, сочность рульки. Теперь нам нужно завернуть рульку в фольгу плотно. Со всех сторон. Чтобы она хорошо еще пропарилась, соус впитался в рульку. И она будет очень нежная и сочная. Поэтому я заверну ее еще вот так вот, в обратную сторону, чтобы сок оставался в рульке весь. Еще вот подворачиваем края. Теперь нашу рульку я отправляю в разогретую духовку на 180 градусов, на средний уровень, на 1 час. Готовим второй соус для рульки. Для него нам понадобится 1 столовая ложка томатной пасты и 1 столовая ложка соевого соуса. Смешиваем эти два ингредиента. И этим соусом будем покрывать нашу рульку. За счет этого второго соуса рулька у нас будет иметь красивый янтарный цвет, такой блестящий. Достали рульку из духовки. Разворачиваем ее. Теперь она у нас будет запекаться без фольги до образования красивой корочки. Сколько сока! Боже мой! Какой аромат! Вы себе этого даже не можете представить, как это все пахнет. Покрываем этим соусом рульку. Со всех сторон. Температуру на духовке я увеличила до 200 градусов. Рульку поставила, смазала соусом со всех сторон. Теперь ставим рульку в разогретую духовку на 200 градусов, на средний уровень. Запекать будем до румяной золотистой корочки. Рулька без фольги запекалась еще полчаса. Стала красивого бронзового цвета с ярким блеском. К рульке подаем свежие овощи, зелень и холодное пиво. Очень вкусная свиная рулька по-баварски. Я рекомендую вам побаловать своих родных и приготовить это сытное, вкусное и очень нежное мясное блюдо. Мне лишь осталось показать вам рульку в разрезе. Мой муж обожает это блюдо. Смотрите, какая сочная и мягкая рулька. Поверьте, вы не разочаруетесь, потратив свое время. Это коронное блюдо, которое удивит и друзей, и родных. И обязательно эта рулька станет коронным блюдом и в вашей семье. Готовьте вместе со мной и кушайте вкусную еду. Рулька получилась очень нежной и сочной. Я вообще-то сало не люблю, но вот поверьте, кушая это блюдо, я его ем с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Ира,
и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!